Культуру Чуваши презентовали в городе Клин Московской области. На фестиваль народно-художественных промыслов России приехали представители 28 регионов. И вот теперь подтягивай все, вот так, и положи. Плетем старинную древнюю чувашскую руну, руну солнца. Солнце означает у нас гармония и согласие. И во многих орнаментах эта руна есть. Она есть даже в нашем чувашском гербе и флаге. Школьникам и журналистам о культуре и традициях Чуваши. Мастера народных художественных промыслов Чебоксары учили плетению чувашских рун, росписи по дереву, ручной вышивки. В общем, наглядно знакомили клинчан с историей, культурой и традициями чувашского народа. С чебоксарами мы уже много сотрудничаем, положительно сотрудничаем в различных направлениях. И вот одно из направлений, которое будет сегодня представлено, оно для нас очень актуально и важно. Потому что Клин – это наша туристическая столица, да, где мы можем вместе построить сегодня планы и их успешно реализовывать. Чувашу клинским друзьям презентовали тоже наглядно. Рассказали об интересных местах, событиях, экскурсионных маршрутах. И, конечно, звали в гости. Официальную часть завершили народными танцами. Чувашские песни звучали и на закрытии фестиваля. Номера от колоритных ансамблей «Уяв» и «Щавал». Гостевые песни – самый большой жанр у нас. В гостевых песнях мы прославляем своих родственников, естественно, природу свою, о детях поем. Народно-художественные промыслы со всей России в Клину объединяют уже в четвертый раз. Чувашия на фестивале была представлена впервые. Ирина Волкова, Республика.